Привет всем. Хочу снять такое видео на граппу «Водка Салют». Вот такое купил попробовать. Тут получается вот что поближе. Поближе. Тут получается добавление виноградных, коньячных спиртов и этиловый ретификат, смесь. Но вообще граппа, ну, в принципе, в Италии написано, что по рецепту итальянских, вот, разроблено за рекомендациями провідних фахівців Италии. Ну, как многие знают, что граппа это итальянская типа чачи получается, грузинская, итальянская, вот такая граппа, это как у грузин чачи. Это дистиллят, который идет на коньяк, коньячный спирт получается. Но только коньячный спирт идет сока виноградного, ну, это в идеале. А граппа и чача – это мезга винограда. Это что отжато, взято на вино и на коньячный спирт. И частично, получается, берется с мезги на граппу. И, ну, как считается, что это уже продукт отжатый для вина и для коньячных спиртов. Из мезги делают вот эту граппу и чачу. Вот такая бутылка интересная. Ну, так сделано красиво. Отзывы в интернете мне кое-какие попадались. Вроде все хвалят, что нормальный вкус, мягкий такой, приятный, спирт там как не отдает вроде, а виноград слышится. Вот сейчас попробуем, что оно слышится. Такой запах от дозата. Просто захотел я сделать обзор из-за того, что толком нигде за эту граппу она поступила в АТБ, вот продается сейчас. Ну еще может где-то. Ну, интересно, открыл уже реально так вот виноградом запах. Такой чуть-чуть пошел. Запах винограда. И вот просто хотел, чтобы больше за нее, кто хочет купить, знал, что она приблизительно представляет себя. Интересно. Действительно, если без ароматизатора, ну, в чем я тут сомневаюсь, но может быть, вполне. Делает это Одесса, кажется, выроблена как в Украине, выроблена в Украине, да, Одесса, Одесская область, Одесская область. Ну интересно, запах реально такой приятный, какой-то конфетно-виноградный. Вот реально граппа итальянская. Вот кто пили, говорили, что она вот, ну, такого приятного запаха. Ну, есть разные, конечно, виды ее. Она есть с выдержкой, идет уже такая, что даже желтого цвета, как на коньяк похоже. Ну, вот реально приятный запах. Это лучше водки, хотя это считается водка. Водка с граппой. Типа водка салют граппа. Как смесь спиртов пшеничных, так сказать, ретификатов с виноградным, с коньячным. Ну реально, запах приятный. Вот на вкус сейчас. Но это лучше водки. Я водку, в принципе, вообще редко, если могу выпить, то редко. Она мне не очень как-то, просто нету ни вкуса, ничего. Это на любителя, опять же. Не больше такое коньяк, виски.
Ну, в основном коньяк и вино, вот самое. Ну, ликеры, с ликеров это амаретто неплохой, мне нравится. Ну, а с водки, вот, в принципе, это лучше водки. Интересный запах виноградный. Такой классный, освежающий. Такого спелого винограда. Спиртуозность. Не слышно при запахе, при выпивании, естественно, слышно. Но, в принципе, мягкая. Мягкая вполне. За такую цену она сейчас стоит, кажется, 98 гривен я брал. Да, около 100 гривен, когда аналоги обычной водки где-то так и стоят за 0,5. Вполне нормальная, так сказать, граппа с водкой. Но если чистая граппа была, конечно, это... Ну, я хочу попробовать и чистую граппу. Но она редко где продается. Чистая, настоящая, итальянская. Ну, если найду... Ну, так я видел вроде в супермаркетах некоторых. Но не помню, вот именно она итальянская или какая была. Надо будет просто посмотреть еще. Если будет чистая, может быть, сделаю на нее обзор. Именно, ну понятно, тут смесь и то приятное, ну, а то будет чистая граппа. Интересно будет сравнить ее. Все, вот такой обзор на такую граппу. Все, всем счастливо.